Вот таинственный забор огораживает двор. Вот Василий на заборе, как солдат, стоит в дозоре. Хоть у Васьки малый рост, у него важнейший пост, самый важный на земле, будто он стоит в Кремле. Он стоит как монумент. Это ж Кремль, здесь президент. Ходу нет ни иностранцу, ни шпиону, ни засранцу, ни оппозиционерам, ни революционерам. Отворот всем поворот, только Путин тут пройдет. Путин, он такой один, всей стране он господин. Путин скажет: здравствуй, Вась. Васька рад, ведь Путин – власть. Он главнее всех в Кремле, самый первый на земле. Потому ходу нет тут никому.